Другое дело. И смотровая площадка есть, и посмотреть есть на что. Красавица Волга и прекраснейший вид, как на ладони. А ведь почти месяц назад все было куда плачевнее. По непонятным причинам никто не обращал внимания на давно и капитально заросшую кустами и деревьями зону, закрывающую весь обзор. Никто не обращал, пока ульяновский блогер Азат Усманов не выдержал и вышел в одиночный пикет. Так бы и зарастало дальше, скрывая отзоров Волгу, левый берег и мост. Но накипело, и ирония в соцсетях, поддержанная нашим каналом, сработала. На сегодняшний день нашлись в городе средства. Мы получили, согласно регламенту, разрешительный документ. Здесь будет снесено более 100 деревьев, будет убрана поросль для того, чтобы открыть вид на Волгу. Ульяновцы никогда не были так рады бензопилам и срубленным деревьям. Поросль убирается, работа кипит. Конечно, с одобрения соответствующих инстанций. Ничего лишнего спиливать не будут. Уберут только деревья-сорняки и сухостой. Каждую неделю мы приезжаем сюда с друзьями погулять, насладиться видами, но вида здесь никакого не было. Здесь всегда была поросль, здесь всегда были деревья. А на Волгу можно было посмотреть там, в одной узкой части, и все. А ведь мы здесь находимся на смотровой площадке. Она и подразумевает, что смотреть с нее на Волгу вниз, на прекрасные виды. Последний раз территорию облагораживали 10 лет назад, в 2010-м. А до этого территорию не трогали почти 30 лет подряд. Какие-то работы, конечно, проводились, но далеко не эстетического характера. Делали только самое необходимое, чтобы склон продолжал существовать, а не уполз прямиком в Волгу. То, что стало сейчас, просто прекрасно. Место стало таким романтичным, если можно сказать, и на Волгу посмотреть, и на мост посмотреть, и на машинки посмотреть. Они вот буквально прям как игрушечные становятся. Вот. И здесь можно найти какое-то умиротворение своей души. Просто замечательно. Как говорят ответственные за расчистку территории, летом и весной работать было нельзя. Опасно из-за выжимных вод. И вообще скользко. Оттого и затянули. Самое время сейчас. И сухо, и необходимые средства есть. Закончить планируют до конца октября. Павел Патряков, Константин Никитин, Бахтияр Салтанов, репортер 73.